Девчата, готовим говяжий язык. За рецептом я обратилась к знакомым, которые выросли в тех краях, где в говядине знают толк. Язык нужно хорошо отмыть и отправить на 15 минут в кипящую воду. Далее язык вынимаем, еще раз хорошо отмываем, меняем воду, моем кастрюлю. Это избавит от ненужных запахов. Снова отправляем в кипящую воду примерно на час 10. В кастрюлю с языком добавляем одну луковицу, одну морковь, несколько зубчиков чеснока, лавровый лист и перец горошком. Солим так, чтобы бульон был немножко пересоленный. Спустя час наступает ответственный момент. Нужно подготовить ледяную воду. Я заранее заморозила пакет с водой. Повторюсь, спустя 1 час 10 минут в варке опускаем язык в ледяную воду и даем хорошенько остыть. Из бульона вынимаем все коренья и специи. Очищаем язык от кожи. Было обещано, что после ледяной воды кожа слезает прям вот махом. Но то ли я не додержала в ледяной воде, то ли язык был не свежий, все-таки замороженный. Я не могу сказать, что кожа прям чистится прям очень легко. Где-то приходилось и ножичком помогать. Но в целом это не составило какой-то большой проблемы так, чтобы больше никогда этого не готовить. Очищенный язык отправляем снова вариться на 20 минут в очищенный бульон. Вынимаем, тоненько нарезаем, на тарелочку с салатом выкладываем. Только посмотрите, какая прелесть получилась, прям мясо сочное. Горчички. Угу. Про горчичку, конечно же, не забываем и наслаждаемся. Прелесть. Очень сочно и очень нежно. Рецепт годный. Кстати, основание языка можно срезать. Есть его не получится, а вот питомцам понравится.